В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти банщика в Кирово-Чепецке. Тело 59-летнего мужчины с травмами шеи и головы было обнаружено вечером 21 октября. Сейчас убийцу разыскивают. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Избитого до смерти мужчину обнаружили у одного из домов по улице Мелиораторов. Следователями были назначены экспертизы, специалисты выяснили, что причиной смерти стала закрытая тупая травма шеи. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Кировские полицейские оставили без спиртного алкоточку на улице Лепси. Круглосуточная бакалея находилась в жилом доме и днем и ночью продавала местным алкашам подозрительный алкоголь. В продаже находились крепкие спиртные напитки различных наименований, в том числе водка, виски, вино, шампанское. Соответствующая лицензия на ее реализацию и сопроводительные документы отсутствовали. Из незаконного оборота изъято более 120 литров алкоголя. Сейчас спиртное проверяют на контрафактность. Сильно расстроил своего отца пьяный водитель Мазды, который на улице Чапаева протаранил девятку. После удара нетрезвый лихач скрылся с места аварии, но сотрудники ДПС задержали его на Октябрьском проспекте. Позже к нарушителю приехал его отец, который не сдерживал эмоций. Ты что, пьешь, что ли? Тихо. Ты такой дерьмовый, ты что, Стас? Что случилось? Теперь водителю Станиславу за отказ от экспертизы грозит штраф и лишение прав.